Месца, где раскрывают таленты. Мазырская дитячая мастацкая школа по выниках деятельности за 2019 год занесена на областную дошку гонору. Высокий профессионализм выкладчиков у сукупности с доброй материально-техничной базой – умова для досягнения высоких выников. На уроках у Мазырской школы побывал наш корреспондент Дмитрий Котау. Сегодня у мастацкой школы научается 300 детей. Есть навод специальные отделения, куда запрашают маленьких детей и рыхтуют до поступления. В установе працуют несколько майстерняв – живопису, малюнка, скульптуры, а так само кабинет истории выявленшего мастацтва. Задача – отдать разнобаковую мастацкую подрыхтовку. В школе существует у нас 5 классов, где дети обучаются с 1 по 5 класс. Значит, художественное образование подразумевает три ступени. Это начальное художественное образование, потом среднее и высшее. У нас достаточно высокая база, у нас подобран высококвалифицированный педагогический состав. И наши дети имеют возможность поступать не только в среднее учебное заведение, но и в высшее учебное заведение. Мазырская дитячая мастацкая школа – соправдная скарбница талентов. Навученцы отточивают свои навыки, не шкадуючи при этом часу и сил. Бо сюды приходят самые метанакированные и натхненные мастацтвом. Ну, рисуя с самого детства, мама меня записала сюда во второй класс, были места. И, ну, мне нравилось здесь, я рисовала что-то, создавала, лепила. Я очень люблю скульптуру, рисунок и композицию. Спостигать вытонченный и шматгранный свет мастацтва допомагают в опытные выкладчики. Один из самых поважанных у Мазырской школы – Анатоль Наливайко. Его працовный стаж каля 40 годов. За час своей педагогичной деятельности выпустил немало вучнев, которые после стали мастаками, дизайнерами и архитекторами. Анатоль Миколаевич означает, до своей працы треба завсёды ставиться широ и добросумленно. Тады досягнешь жаданного вынику. Считаю, что неважно, на какую ты профессию выбрал, важно, чего ты сделал в этой жизни. Это, мне кажется, основной вопрос. И если ты добился каких-то успехов определенных и принес пользу обществу и людям, то это, мне кажется, главное. У Мазырской школы добро ведают, как раскрыть таленты своих навученцев. Подтверждением этому свечи неодноразовые перемоги на шматликих творчих споборництвах. Высокое признание коллектив установы, до речи, отримал сёлета на областном узровне. По выниках деятельности за 2019 год Мазырская дитячая мастацкая школа занесена на дошку гонору. Для выкладчиков это подстава для радости и одноразовая причина, по якой ни в яким разе нельга расслабляться. Высокий статус необходимо заховывать. У гэтым можно не сумневаться. С мотивацией у мастацкой школы проблем николи не было. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» из Мазыра.